машины, да. А эта девочка, мы возим с собой, она КВНщица, она нам с Викой, она нас смешит, а мы молодеем. Да, высасывают все соки из меня. Так и есть. Мы должны подпитываться. Сколько тебе, дорогая, 23? Молодой энергии. 23? Спасибо. С вами все приятнее и приятнее ехать, девчонки. Спасибо, я в шоке, ребята. Он посматривает на нас, у нас в порядке. У нас, в принципе, все в порядке. Мы просто настраиваемся на долгую дорогу, на долгую жизнь. Потому что эта дорога, это тоже жизнь, девочки. Каждый кусочек воспринимайте, как будто вот это ваша жизнь. Проживите эту дорогу так, как вот вы бы, блин, хотели жизнь прожить. 100%. Да, найдите в этой машине мужика, поженитесь. Да подожди, не туда ты поехала. У нее все. Я так поняла. Она еще игривая. Тихо. Такие вещи не говорят. А мы не говорим, это водитель. Что? Они по-французски. Так, вы ничего не слышали. Я просто не хочу удалить эфир. У меня все вообще прилично. Девчонки, они просто пока не успеют знать по факту. Параллельный эфир, нет, я тогда выйду. Опять, почему я второй раз теряю Эвелина, тебе там столько комплиментов. Ты красотка, у тебя профиль идеальный. Мелко, я не вижу. Да, что ты такая красотка. Вообще. Кстати, что... смотри, ну, блин, я без глаз, а он с немячки. Подожди, мы могли бы сыграть мать с дочерью? Я думаю, что мы две сестры могли бы сыграть. Я причем могла бы старше. А наша где? Если дочка, а это кто? Я могу быть сестрой Золушки. А мы две такие, знаешь, она Золушка, а мы две такие, блин, царица. Такие, знаешь, выпили, говорит, сейчас начать лишить всего сейчас, мы знаем эти сказки. Сергеевич едет в другой машине с Медведевой, Федакова тоже едет в другой машине, мы все едем параллельно. Я его не потеряла, я смотрела уже фото, потом там сын. Тебя теперь, это он. Давай. О, точно. Мама пошла мороженое собирать. Давай, дорогая, целую тебя. Мы на самом деле хорошие. Да. Мама же была в эфире. Что вы такие маленькие? Нет, они не маленькие. 31-42. 30 аудитория вот до. Да, так вот это так маленькие, вот. Еще жить и жить. Да, ну нет, как ну можно. Молодцы, молодцы. Все равно, если Вика вас так описывает, да. Не то, что вы там описываете, в смысле описания. Слушай, я только хотела. Мы вот так и едем, понимаете? Серьезные темы. Ну да, я хотела показать, а вот смотри, как красиво мы проезжаем тоннель. Музыка красивая. Ой, точно. Давай, не, ну давай, слушай. А мы вообще по сторонам. А сейчас смотрите, какая красота. Что еще это там сидят? Мы просто в космосе, да? В космосе. Нас чуть не сбил мотоциклист. А я много, у меня много этих. Muy lindas, has gatos. Gracias. Написали, что вы очень красивы, как котятки. Muy lindas. Como gatitos. Так, ну хорошо, ребят, на самом деле мы сейчас переходим во взрослый эфир, ребят, давайте отключайтесь, давай. Потому что вам слушать это нельзя. Да. Мы переходим. Я даже прекращаю трансляцию, на потому что... На Юмор-ФМ она нас переводит для взрослых. Поэтому вы присоединяйтесь. А куда к тебе присоединиться? Братва. Короче, к Блюдос присоединяйтесь и к... Как правильно? Не, просто я думаю, что надо это выключить, да? Как ну, их выключай, потому что как бы это уже не ты будешь вещать. О, да. Привет. Но вы можете блюдо или кыжи. Да. Привет. А вот что вы привет, думаете? Привет, наконец-то вы пришли. Я думала, никто не присоединится. Ну что? Ну, смотри, ну что? Все, здоровайтесь теперь с моими. Ой, слушай, зачем ты специально в темноте, чтобы вы плохо выглядели, да? Нет, темнота, друг молодежи. В темноте не видно рожи, как говорится. Ну что, расскажите, как у вас делишки? Они что, прям тебе там рассказывают, Югорск, да? Привет! Югорск, привет! Посмотри, о, спасибо! Написали, ты я красивая, даже... в какой-то веке. Спасибо большое, это мне приятно. Написали, успокойся, мне написали. Ну, может быть. Ну, а сейчас твои тебе скажут, потому что мы хвалим друг друга. Значит так, рассказываю. Тем, кто еще не понял, мы сейчас я во Франции, и мы едем на Форт Боярд. Нам осталось ехать, сколько там... Нам 4 часа. Ребята, на самом деле она все врет. У нас забрали паспорта и нас везут куда-то. У нас забрали паспорту. Поэтому, ребята, поняли, о чем я. Понимаете, некоторые действительно поверили, что нас везут сейчас на Форт Боярд.
Но в общем и целом паспорта у нас забрали, и тут очень много арабов. Привет, вот кто-то тут отгонит с трансляции, привет. Мы не знаем. Ты бываешь нормальный, ты бываешь серьезный. Нормальный. А сейчас я что? Мне только задайте мне какой-то серьезный вопрос. Как вам? Спрашивают про нормальность. У этой дети, я кстати. Я хоть посмотрю, кстати, как у других людей прямые эфиры проходят. Ребята, вот прямые эфиры. Вот у Бони очень нежные девочки. У меня такие девочки, что со мной такие девочки, которые вы там проворачиваете. Мы такие не проворачиваем, да, девочки? У меня есть и девочки, и мальчики. Да, я попала. Слушайте, а мы что, тройной эфир проводим? Мы проводим тройной эфир. То есть втроем мы пообщаться не можем. Мы решили еще... Через людей. Понимаешь, каждый приводит сколько может людей. Быстрее присоединяйтесь к нашему эфиру, друзья. Короче, похоже, здесь будет жарко. А все мы сосемся от нашего водителя. Нет, у меня свой интернет. А Вика на своем. Я это сама тут. У меня Вика слушает. А мы сосемся от родителя, потому что экономим свой личный Wi-Fi. А Вика, она богатая, видите, наш миллионер. Вика, Боня, миллионер. А вам как-то ворочит принцами, как вообще, вы смотрели форму бояр? Аудитория у нее, они все говорят там... Только интеллигентные. Да, мы сказали полуматерное слово, там была вообще да, вы извините, слово. Такие грубые слова в моем эфире. Блядь, да, дорогуша. Блядь, Шевелина. У нас все прилично, у нас все отлично. Да. Правда, девочки? Мы так, вот это вот не любим. Я буду долго тоже сказать. А. Я так долго никогда не сижу. Я вам хотела рассказать про моих девочек. Давай. Давайте про твоих. Посмотри, подожди, я сейчас на тебя наведу камеру. Сейчас рассказ прям все объявляешь. Да. Давай. Итак, я вам всем сейчас буду рассказывать, какие у меня подписчики. Во-первых, у меня есть и девочки, и мальчики. Мальчики у всех есть. Мальчиков некоторое количество. Я тебя умоляю, у меня 23-24% мальчиков. Не увеличивай. У меня тоже не увеличивается. У тебя не больше? У меня 40. Ну мы же... О, я думала, это мало. У Вики 40% мальчиков. Я думала, это мало. У меня поменьше процентов мальчиков. Ничего. Вика, поделись, мальчики Вики. Заходите ко мне. 40%. Зачем тебе так много? Так, на Эвелину подписывайся, она очень ржачная. Я ржачная, но мне сейчас опять, если я выставлю в купальник. Невозможно вести прямой эфир. Они просто я в купальнике не выставляю уже давно. Так, вам привет. Ни одной нету в Инстаграме. Ну, значит, все такие платья, как купальники. Нет, и платья таких тоже нет. Посмотри мой айфон. Я смотрю, здравствуйте. Нет, там ни одного купальника не было. Да? А завтра мы будем проходить эту игру. А позавчера Ника Вайпер проходила. Я отметила Эвелину, она просто блюдом. Я просто блюдом. В Инстаграме. Фотка я такая офигительная, в черном таком. Блюдом. С такой гривой. В моих сторисах отметила. С блюдом. Бледанс. Бледанс. Я думала, Боня фамилия уникальная, но Бледанс это, конечно. Бледанс. Сегодня на Форде Боярд я еду в Бледанс. По этой кличке меня везут. Я не занималась до Инстаграма. Никто ничего не спрашивает. Я занималась КВНом. Да, потому что это же пустить перетянуть. О, ничего, как а вы что, закончили вести? Обалдеть. Смотри, то, что мы подальше вот так. А. Нет, у тебя мы очень клевые. Да, мне Вика, у тебя с этими звездочками кусочки. Да? Сейчас мы исправим, подожди. Слушай, купи хороший фильтр. Заберите меня в Париж. Да? А вы представляете, я хочу создать фильтр. Я ни разу в жизни не была. Я пытались создать свою маску, но они хотели взять меня деньги. Нет, да. Мы даже не успеваем здесь. Так, я сделала свой собственный фильтр. Спасибо, побыла в Париж. Спасибо большое. Все, побыла. И вот слушай, мы сегодня едем мультики, куда-то далеко-далеко в этот замок. Завтра у нас там съемка. И мы сразу обратно, сразу домой. Мы делаем мультик про особенных деток. Например, зверушек. Я буду зебра в клеточку. Да? Ну, то есть, если зебра полосочку, при этом озвучивать я буду обои зебра. Да. И в полосочку, и в клеточку. Круто, молодец, Вилли. Так что будет прикольно. А сейчас у нас вот мультики у нас же. Так, сейчас я вам расскажу. Да. Завтра мы играем и в моей так, ладно, команде. Ребята, я-то в моей команде. Я подумала, что Эвелина положила телефон, поболтала такая с нами в эфире. Ты кого я вас забросила? А вот эта дамочка играет против меня. Да, да. Никто не против. Отдай!
Тише, все спрашивают, кто там блондинка кричит, сумасшедшая, господи. Мы играем вообще не против. Как вы ее слушаете, как вы вообще к ней в эфир попадаете? Давай. Слушай, ну это с двух. Вышла просто с двух аккаунтов. Забрала. Слушайте, ребята, ну вообще... Никто не против никого не играет. То есть вы не вводите зрителей в заблуждение. Там дети ранили. Ника Вайзер снимала ради благого дела. Понимаете, мы едем все. А мы, мы хоть такие дуры, смеемся. Мы просто хотим себя как-то... Ну, тяжело ехать, ребят. Просто тяжело. Поэтому приходится включать дураков. Вообще мы едем зарабатывать деньги для благотворительных фондов. Я для себя только такой. Вижу цель поездки меня и всех моих подруг. Макса, чтобы выиграть. Да, поэтому мы не потому, что мы вот повисим, потому что будет это красиво или некрасиво, или там мы должны повисеть, мы должны максимально отдать все свои силы для того, чтобы больше золота вынести, его монетизируют и переведут благотворительные фонды. Поэтому у нас такая цель. Но чтобы до нее дойти, надо немножко повеселиться и подураковать. Подураковать, потому что иначе просто очень сложно. Сложно будет, да, физически. Перелет, рано встали. Да, да, сейчас 5 часов надо ехать еще до аэропорта. Мультики вот так вот. Ну что еще вам сказать? Давайте я, наверное, еще буквально минуточку с вами посижу. Где будет? Где будет? Вот, точно, забыла сказать. Где будет показывать Форт-Лояль? На СТС. Его запустили, не запустили, сейчас только снимают сезон. Ей заплатила СТС, а вот мы не будем рекламировать. Вообще даже не слушайте, что на СТС мне не заплатили. Вообще, может быть, даже не на СТС это будут показывать. СТС? Не смотрите. Говорю, а вы смотрите, вообще, нас там покажем. И специально их будем, знаешь, будем потоки, да, мы будем снимать. Вот сейчас снимают целый сезон мы сразу, а потом это... А потом покажут. Но я вам торжественно извинюсь перед тем, как это покажут. Я вам везде об этом скажу. Нет, она молодец, у нее подача. И вообще, все. На самом деле, это правильно. Я вчера такое попыталась сделать. Да, я это правда рассказывала. О. Слушай, расскажи нам тоже про Аркашу. Кто такой Аркаша вообще, ребят? Ой, что попало? Опять не слушайте, да, они просто в каждой бочке затычки. Вот и все. Вот так в жизни происходит. А на самом деле все вот со стороны мы все видели. Я прошу вас вообще сохранить меня. Смотри, что думаю. Нет, я потом посмотрю, кстати, к тебе зайду. Все, сейчас еще. Забыла, как мы его друга зовут. Его зовут. Его, ну, в общем, они не встречаются. Подожди, они никогда не встречались, это был их проект. Вы хотите? Вот теперь они больше этот проект еще снимают. Потому что Катя занимается со мной. Что мне тоже так интересно. Катя лучше подружка. У меня несколько лучших подружек. Ой, ну у меня этих друзей хоть жопой живут. Поэтому я могу с ними даже поругаться навек, с любым. У меня очень много друзей. Я очень хорошо. Я говорю, что она крадила. Нет, куда поехала? Да я же говорю, на Форт Боярд. Ну, кстати, ж нету, а есть радио. А, когда новый вайб? Я уже сейчас сняла. Будет вайб, друзья. Сейчас будет. Заходите. Будет через 15 минут. Не знаю. Вот, 15 минут мы снимаем. 15 минут. Сегодня экспресс-вайб. Они там экспресс-вайб. Отвалилась сзади. Нагрелась телефона столько, что отвалилась. Это давай, Женечка, удачи. Ну, спасибо большое, потому что на самом деле я очень сильно переживаю. Вы смотрите, реально, там, может быть, очень там смешной же, эфир. Может быть, я не знаю, там же тигры! Тигры! Меня могут сожрать. Меня и так как чуть-чуть сожрали. У меня горошек нет. Это тигры съели, да. Я не то, что у меня раньше была трудная. Хотя пишут там у себя на страничке, я должна поздравлять. Сегодня не играет. Да, так а я купила для этого сэндвич и пану шоколада. А что мне твоя черешня от YouTube? Черешня, натуральная глюкоза. Ну, не знаю. Красивый, желаю тебе успеха. Я как лекарство. Нет, ты как лекарство. А я поправляться буду. Как лекарство. Сэндвич будешь ты нам? Давай я тебя открою. Да, он уже открыт. Все, давай. Боже, ну вы сейчас, давай, подожди, давайте. Я нормально разговариваю. А ягоды? Мне 28 лет.
Господи, Мелина! Слушай, просто ты ешь сын, ты сейчас успокойся, сиди. У меня в эфире такого не может быть. Да, конечно. А сама сейчас она дает. А я вот такой. Ну зачем так, брат? Она нет, как говорит, она ест руку вообще. А ты просто не хочешь пустую руку, да? Образование. На фаршированную. Замечательно. Вот, слушай, вот пропадает голос. Образование голос. Потом в арте боярский. Не, ну у нас микрофоны, там надо говорить и так ты далее. Откуда? Я из Кемерово. Может, даже будет оригинально себе этот голос. Не так громко ну будет дорогие, слышно дорогие, мои крики. Мои подписчики, мои любимые. Знаешь, я как бы ору, а никого не дышу. Мы с вами вынуждены распрощаться теперь. Да? Но я вам еще раз говорю, я обязательно скажу, а когда будут показывать. Сейчас давай я прожую. И я вас айловью. Вы это помните, что я вас айловью? И у злодея, если не будете смотреть мои приколы, я вам напиздрячу. Все, до свидания. Оказывается, надо пожить. Просто пиздец. Я-то не знала. Макс, слушай, ты вообще... Офигеть, то есть ты прям ребята, да? Это, конечно, да. Боже, я-то, конечно, всегда интеллигентна. Ой, прям составляет. О, боже. И это что? А что вы там пихали? Нет, нет, я нет, говорю, никто не взрослые, что? Вроде нет, взрослые, нет, образованные, нет, с образованиями, с несколькими. С просто, несколькими. Просто... Одна другой батон в рот пихает. Нормально? Да, ты что, та не соглашалась. Это было... Просто, видишь, она не любит жопу. Так, вы хоть по делу что-нибудь людям рассказали? Дорогие люди, я вам расскажу по делу. Давай. Мы едем сейчас, завтра мы снимаемся на Форд Боярде. Нас покажут в СТС. Еще пока неизвестно, какая дата выхода этой серии. Но мы вам обязательно расскажем. Анонсы пойдут в сентябре. Вы уже увидите, как мы корячимся с камерами. У нас ободранные пальцы, выбитые зубы, нафиг откусанные уши. Ну, как бы это мы. Мы, люди, да, Форда Боярда. Но это до Форда Боярда, а там потом еще, ну, там уже добавочно. Что-то произойдет. Да, да, да. Просто слушай, сегодня... у тебя есть связь с туннелем? Угу. Есть. Помощник. Нет, монохотелеком. От телефончика все. Слушай, ну я вообще не хочу. Я не знаю. Надо искать себе новых развлечений. Пусть, ребят, чем нам заняться? Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, чем заняться нам. Вот нам ехать давно, долго. Батон посмотрела, как сгрызла. Ну что ты, что? А, все-таки взяла она. Взяла. Грызла жопу. Молодец. Смелая. Чего ты смелая? Ну, ее, возможно, отвалится. Вот я прям смотрю. Вот то есть она... вы из на... тех, Вика, кто ест перед она. Людьми, да? Мы из тех, кто ест мы в прямом эфире. Едем, молодцы. Молодцы. Мы любим, мы любим. Мне я с ними чай любят. Пью по ночам. Я раньше тоже все время пила чай, ела с ними. Сейчас немножко не ел. Уже немножко не ел две минутки. Вроде да. Ничего не я было. Я ела много лежало. Раз. Хоть бы что-нибудь бугротик бы положили. Я тебя отловлю. Я тебя умоляю, пожалуйста. Я думаю, это и на меня упадет. Это майонез там внутри, яйца перемотые. Мелина, я отключаюсь, я больше так не могу. Она не может, она же хочет к ней прикоснуться. Сейчас. Уходите, вам нельзя смотреть. Идите. Пока.